Ну что, ребятушки, хотите посмотреть, как грузят контейнер? Вот он сейчас его просто сверху оденет и все. Быстро и ловко. Водителю осталось только застегнуть. А в основном водители в порту — это люди, приехавшие из ближнего зарубежья: Польша, Румыния, Болгария. И да, бывает, даже из дальнего зарубежья приезжают, работают, потому что работать некому. Вот гоняют контейнера туда-сюда. Короче, хватает работы на всех. Работа здесь не пыльно. Вышел с машины контейнер, закрутил, да, все, закрепил и поехал. Вот, ребятки, так что повезет, если еще и нормальную машину получите. Вроде вот, вот этой красавицы Скании, посмотрите. Вся блестит. Ну а с другой стороны, водитель большинство своего времени проводит вот в таких пробках, стоят на светофоре, где-то авария случается, ты стоишь, ждешь, проехать не можешь, плюс тебе надо еще контейнер этот привезти по адресу, это еще пару часов езды, надо сделать паузы, паузы должны быть вовремя, в Германии с этим строго, поймают — штраф, тебе и твоему шефу, пару раз поймают и закроют фирму, потому что здесь все очень строго за этим смотрят. Вот сейчас все сигналят, потому что хотят быстренько проехать, но не получается. Я не мафия, я русский. Серб-брат приехал. Серб, брат, дружба. Пропускает, говорит. Короче, вот так тоже работают люди из Сербии, приезжают. Хоть и номера наши гамбургские, но в основном водители все, как я и говорил, иностранцы. То есть здесь, может быть, я вот из этой колонны двоих-троих всего лишь видел немцев, но они уже такие, знаете, пенсионного возраста. То есть молодых немцев практически здесь нету. Здесь только работают вот иностранцы. Любую машину к ней 100% будет иностранец. А молодые не ходят на такую работу, остается только вот. Так что, ребята, еще раз говорю, что в Германии острая нехватка водителей. Вот. Даже вот с ним по-русски сейчас, он все понимает. Ну а что я? Я стою дальше, жду, пока красный загорится на зеленый. Там, смотрите, за светофором. Еще машины стоят, так что тут надолго я застрял. Продвинулся на одну машину. До светофора совсем немножко осталось. Машины есть и новые, есть и вообще разбитые, старые ездят. Особенно машину смотрят, если остановят, плюс полуприцеп ваш могут тоже посмотреть. Если вот должен полуприцеп быть в нормальном состоянии, чтобы ржавчины минимум было, все фонари горят, резина хорошая, за каждую резину вам сразу пункт начислят, плюс штраф. Те водители, которые ездят, они об этом знают. То есть надо своевременно все менять. Ну, вот так приходится объезжать, потому что каждый пытается как-то где-то проскользнуть вперед, чтобы не стоять в пробке общей. Но здесь шпуры сейчас, вот эти полосы, они будут сходиться в одну, так что без разницы теперь уже, на какой ты полосе стоишь. Первая, вторая, третья. Там сейчас только две полосы останутся. Ну, вот так я прорвался сквозь толпу машин. Сейчас у нас время уже после обедишня, все хотят быстренько попасть до пункта назначения. Ну а мне надо на автомагистраль выскочить. Так что, ребятушки, подписывайтесь на YouTube канал «Рабочие будни в Германии», там еще больше видео про работу, смотрите и пишите свои комментарии. С вами был Андрей. До новых встреч, нового видео. Всем пока.